Сөйлей Махачкала. Таң яхшы болсун, хүрмәтле радио тыңлаучылар. Кумук тілде берилишлерни башлайбыз. Эфирде яңылыклар деген маалымат программа. Яңылыклар деген маалымат программа Махачкалада Вести каналына 101.3 FM, Радио Россия каналында 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюр шаһарда 101.1 FM радио толкунуна жүрүлө. Микрофонну алдына редактор Асима Алиева, режиссер Аида Хасанова. Россиянын президенти Владимир Путин 14 декабрды 2023 жылны хасиллерин чыгарды. Бу жыл туура линияда улуу пресс-конференцияда кошулуп өткөрүлдү. Пачалык башчысы өлкөнүн ватандашларыны, журналисттерин сурооларына жооп берди. Чара Москва заманга көрө саат 12:00 башланды. Туура линияга 2 миллиондон көп суроолор келген. Тап трансляция биткенче өлкөнүн башчысына суроолор берилип турду. Көбүсү 8-800-240-40 номерге звонит этип сөйледилер. Олай да СМС ва ММС да бек белгилиди. 130 миңден колай чакыруулар moskvaputin.ru деген сайттанна берилди. Россиянын президенти Владимир Путин хасиллени чыгарууну өлкөнүн ичинде уаттыш яктагы масалалардан кайсылары огор ахамиятлуу деген суроого жооп булан башлады. Пачалык тыш борч аз бола. О макроэкономика стабильность ва финанс стабильность хакта айта деп йылны хасиллерин чыгара туруп Путин шулай хабарлады. Уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики. Когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18%. Мы не часто это делали. Значит, государственный внешний долг сокращается. Тоже говорит о макроэкономической стабильности, финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. И частный внешний долг также сократился. Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях. С 337 миллиардов долларов до 297. То есть погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика. Ну и такой интегрированный социальный показатель. У нас по социальным вопросам наверняка будет много сегодня тем. Но все-таки есть такой интегрированный показатель. Рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Вот смотрите, динамика какая. 21 год. Продолжительность жизни в России 70,06. 22 год 72,73%. А в 2023 ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом важнейшим социальным показателем отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики. Хастау операцияны бойына аскерлікке чакырғалар бек тезу дау этелер. Оланы арасында 14 тау Россияны егітлері деп Россияны президенті Владимир Путин білдірді. Яшлар бек тезу даулаша. Россияны 14 егіті аскерге чакырылғалардан. Башқа батырлық орденлер ва медальлар хақта айтмайлы 14 тау Россияны егітлері деп йылны хасиллерін чығара тұрып Путин шулай хабарлады. У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята, просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 героев России. Я уже не говорю про другие медали, ордена другого достоинства. Ну, сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов. Люди очень востребованы. 41, по-моему, тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста по здоровью и так далее. После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей
на добровольной основе к заключению контрактов с вооруженными силами. И да, и планировали к концу года набрать 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, а просто это условное деление, контракт подписывают на 2-3 года, так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, но у них просто там на год, на более короткий срок. Но все вместе будет под 500 000 человек вот до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. США буланы аралыклар яңыртылажақ. Олар башқа өлкелеге хүрмет етіп башлағанна уа, әрешеулерді бір-біреуге ел қойып үйренгенне деп Владимир Путин белгіледі. Мы считаем, что США важная, нужная страна миру. Но вот эта имперская, абсолютно имперская политика, она им мешает самим. Даже не нам, им мешает. Почему? Потому что в общественном сознании они должны себя вести как империя. И если они в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел. И поэтому элиты вынуждены себя так отчасти вести. Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения, тогда вот будут созданы фундаментальные, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свой вопрос. Вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этому готовы. Яңы регионланы өсу хақта сөйлегенне, бізді шо ішлеге елны ічінне триллион манат бақтырыла. Киевне хакимлері бұса, тарық тергеуші ішлеге бермеген деп президент тоқташтырды. Шо регионланы экономикасы бұса, орта қаст әту бұлан яңыртыла. Вот в этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это. Сектор газада болып тұраған ахуалатлар бек ұлы катастрофа, деп Путин сөйледі. Сау дүния көре. Шоғар ошашлы ішлер Украинада йоқ. Сектор газа дүниеда яшляны лап ұлы қабырлары, деп Бірлешкен Милетлені ғұрымыны генеральный секретары белгілеген. Шолайда Владимир Путин Турцияны президенті Реджеп Тайыпны газадағы халыны яқшы яққа бақтыруда баш рөліні тұтағаны тоқташтырды. Первое. Нужно сохранить людей в Газе. Второе. Нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям. Я был в Эмиратах. Выяснилось, что эмиратская сторона на территории Газа, но недалеко от Рафаха, от пункта пропуска и от египетской границы, открыла там госпиталь полевой. И мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой на стадионе. Но для этого, конечно, нужно согласие и Египта, и Израиля. Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газа небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия, если на сегодняшний день это небезопасно, и израильская сторона не поддерживает. Тем не менее, у нас и с израильтянами есть договоренность о том, что, и они нас попросили об этом, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Происходящие события ВКонтакте, и будем активно работать. Президентке Мелитопольдағы онкология орталықта врачлар етішмейгелек хақта сорау берілді. Владимир Путин яңы регионларда льготалы ипотеканы яймақны уа земский доктор деген программаны харжын көтермекіне таклиф әтті. Оннан айры президент Халқара Олимпийский комитетіні россиялы спортсменлені олимпиадада ортақчылық әтмек үчін бек қаты талаплары хақта сорауға да жауап берді. Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, это полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена о «спорт – ты мир». Спорт
для того и создавалось олимпийское движение, чтобы объединял людей, а не разъединял их. А современные международные чиновники, они слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Но там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня. Россиялы спортсменлерин хакына сөйлегенне, халкара олимпийский комитетне барда шартларын тергеп карап, вашоннан соң ойлап карар чыгарма түшөжек деп Владимир Путин узатты. Олар биздин спортсменлер экенни барыда биле. Олар йыллар булан чыныгалар. Мен олар барсын деген ойну яклайман. Олар биздин лап яхшы спортсменлерни гери урмага каст эте буса, уа Россиялы спорт ийелегенни көрсөтмө сүйө буса, спорт министрлик, уа Россияны олимпийский комитети тергеп карап, ойлу карар чыгармага түшөжек деп президент токтоштурду. Узатууда президент Россияны аскер бөлүгүнө беспилотниклерни жеттирүү колайлаша деп сөйледи. Армияга дронларны жеттирүү хал яхшылаша. Һәр заман барызат болуп калмай. Биздин фронтну линиясы 2000 чакырымга жуук. Производство өсө, тыш өлкөлөрдөн алына. Өстүрмө каст этежекбиз деп Владимир Путин белгиледи. Владимир Путин фронтка көмөк этеген ватандашларга өз баракалласын билдирди. Президенттин сөзлөрүнө көрө 10 миллиард манат көмөк этилинген. Биздин каспуй жолдош ГТРК Мордовиядан Анастасия Видяева президентти Россия деген выставкага Мордовияны павильонуна конак этип чакырган. Владимир Владимирович баракалласын билдирип, шулай жооп берген. Мордовия гертиденне бек гөзөл республика. Адамлар өз адатларына, культурасына шулай карайганын бек ушатаман. Регионланы ва выставкаланы хакына айтсак, иш гертиденне болуп чыкты. ВДНХ-да өткерилген регионал выставкалар караучулага лапта ачык, кужурлуу выставкалардан бири болганнар. Мен сизин булан разимен, шонна барып чыкмага каст этежекмен. Сау болугуз деп президент сөйлеген. Толук үйдө барыда информация булан, сиз биздин башка берилиш байлаулукларыбызда таныш болмага боласыз. Председательствонун түбүндөгү президиум милли жыйынын 7-чи чакырылышына 28-чи сессия өткөрүлөчөк тархын, ишни барышын ва күнлүк масалаларын токтоштурду. Президиум милли жыйынын 7-чи чакырылышына 28-чи сессиясын 22 декабрде саат 10:00 Махачкала шаарга чакырмакны белгиледи. Сессиянын күнлүк масалаларына президиум 22 сурау кошту. Депутатларга республиканын районларын ва шаарларын судебный участкаларына мировой судланы токтоштурма түшөжек. Законлорду сыдырасы 2-чи ва ахырынчы окууда да каралажак. Шоланы арасында Дагыстан республиканы борчулуу медицина страхованияны территория фондунун бюджети хакта законна бар. Шолайда 2-чи окууда федерал закон чыгарылуучудагы яңылыклар үчүн болган ватандашлар булан гаражланы ва ер участкаларын колдануу, мекелле эттүү ва ес болуу булан байлаулуу алмашынуулар хактагы законлор, шулай да халк арадагы маломобил группаланы ва инвалидлени, социал инженер ва инфраструктура объектлеге пуршаусуз кирүү булан байлаулуу законлор ва өзге законларды кабыл этмеге кыялы бар. Сессияда Дагыстан Республиканын милли жыйымына 2024 жылга тергеу ва законопроект ишин карамак караулана. Хукумат саха Дагыстан Республикада өткерилген педагогну ва елбашчыны йылыны хасиллерине багышланажак. Дагыстан Республиканы хукуматны председателі Абдулмуслим Абдулмуслимов Сергей Меликовны буйругуна көре иш визит булан Унцукул районга барып келген. Шамиль Кала поселокта ол школаны халына тергеу берип караган. Охуу курум 1987 жыл түзүлген. Тейк грунт ишлеге көрө корпусланын биринде чартлаулар арткан. Охуу процессине коркунчулук үйдө сакламак үчүн окуучуларны бир нече пайын башка курумга чыгаруу караулана. Сергей Меликовнун буйругуна көрө 800 ер булаңы жаңы школанын курумуна проект смета документация уңарылган. Капитал объектинин курумуну оператив акча булан тамин этүүнү сурауларынын үстүнө иш жүрүлө.
Россия Федерация наследственный комитетный, Дагестан Республика дага следственный идараны башчысы Дмитрий Беляев ватандашланы хас кабул этуну графийне горе, ватандашланы кабул этуун өткерген деп, Дагестан Республиканы следственный комитетыны пресс-куллугу билдирди. Кабул этуну барышына республикалы следственный идараны сораучулары булан тергелеген уголов ишлени ахтарууну сораулары булан ватандашлар да кабул этилген. Бары да берилген сораулага горе ведомствонун башчысы тарык аңлатуулар берип, аян этип хабарлаган. Шолайда кабул этүүгө юриспруденция тармактагы өр окуу ожокланы биттирген республиканы яш ватандашлары да келди. Олар следственный комитетнын ишине сораучулардын жамият көмөкчилери болуп кирмеге, изну алмага тилеп сөйледилер. Йылны башынан тутуп Дагыстанна 5500 ауруну сауа деген жерлеге бармага электронный жол документтер кайдага салынган. Льготалы жол сакатлага, ветераллага, радиацияны таасиринен зараланганларга бериле. Ауруну сауа деген жерлеге барууга маршрутлар ва транспорттун тайпалары закон берүүгө көрө белгилүү бола. Санаторийге хаксыз баруу, путевка булан, яда леченияга бактыруу булан бирче, Россияны социал фонду булан белгилене. Льготник билет кассада колломо ярайган талон ала. Республиканы социал фондуну клиент куллугуна чакыруудан соң, льготник хакта хабар транспорт компанияга өзлүгүнөн бериле. Дагыстан Каягент районуна жерлешкен Аджы өзенни экология тазалау чараланы узатууна 16 миллион манаттан колай алажак. Россиянын хукуматынын председатели Михаил Мишустин Шомуратлага кошум акча ибермекни буйругуна кол салган. Акча берүүнү орто көлөмү 73 миллион манаттан колай. Ишлени тамамлануу келеген жылга караулана. Эске алайык. Өзенни ваянындагы топуракны жакшылаштыруунун масаласына Дагыстандын башчысы Сергей Меликов тергеу берди. Кеткен жыл онун буйругуна көрө папас деген айрым сакланган бой курулган. Шо саялы өзен ва онун ичинде жашайганлар, шо санауда кырылган тайпалар да пачалыкны саклауна эдилер. Маачкалада күз кечигип калды. Дагыстандын так шаарына сыганаклар 2 жумаданна колай келе. Маачкаланын ватандашлары иссе күзге ва плюсовой чакка үйрөнгөнлөр. Шо саялы токтомайган яңгур олага капарсыздан түшкөн ишимик болду. Синоптиктер айтаган күйдө иссе күнөшлү гүллөнү караулама тарык түгүл. Чакны халы алышына жак. Тек термометрнын минусовой белгисине. Але буса узак болгон сыганаклар энергетиклерге улуу масала болду. Дагыстанна Аврора деген индустриал паркны топурагына логистика тармактагы инвестор проектни яшауга чыгармак планлаштырылган. Шохакта Дагыстанны топурак ва мал мүлк аралык министрлиги билдирген. Парк өзү Карабудахкент районуна жерлешкен. Халиги заман инвестор проектни дазусунна сатуу логистика орталыгынын курумуну имкаллыгы тергеуге алынган. Мал мүлк аралык министрликне вице-премьери Заур Эминов беклеген күйдө өр даражалы масала инвестор проектни үчүн майданны тарык керек инженер байлаулуктар булан таамин этми. Акырынчы 5 жылны ичинде республиканы юзумчилери булан 2.5 миллиард жамы буланы пачалык көмөк алынган. Шо санауда республиканы бюджетинен 154 миллион манат. Шо хакта региондун юзумчулук комитети билдирди. 2024 жылда тармактын өсүүнө дагы да 712 миллион манат бактырылма планга салынган. Регион көбүсү халда яңы юзум бауланы чачууна, айландырууга берилген юзум саялы юзумчулук курумларга субсидиялар берүүгө ва шолай да түрлүү затларга акча харжлай. 2024 жылда Парижде өткөрүлөчөк Олимпийский оюлларга 6 Россияны ва 5 Белоруссияны спортсменлери лицензия алган деп Халкара Олимпийский комитетни официал сайтында яңыртылып белгилеген. 8 декабрда Халкара Олимпийский комитет Париждеги оюларда Россиялы ва Белоруссиялы атлетлеге бир нече критерийлени жүрүтүп ва айры нейтрал статуста ортакчылык этме изну берген хакта билдирди. Исполкомнун карарына көрө нейтрал спортсменлер милли байрагы,
гимны, эмблемасы ва өзге Россия Федерацияны ва Белоруссия Республиканы белгилері булан байлаулы ишлерден сакланма керек. Шолайда хастау операцияны официал чараларда яклап, яда олимпийский ойлар башланганча юрулегенде ва биткенде сөйлемектенне сакланмага кереклер. 8 декабрьде Халкара Олимпийский комитет дүнияны 4600 спортсменнен ойуллага квалификациядан 11 хас нейтрал спортсмен чыккан. Оланы арасында 8-у россиялы паспорт булан, 3-у буса белоруссиялы. Ахырга комитетнин релизи яңыртылган. 8 россиялы спортсменни орнуна Хали 6-у белгиленген. Парижде ойуллар 2024 жылны 26 июлунан 11 август болгунча өткөрүлөчөк. Сиз яңылыклар деген маалымат программага тыңладыңыз.